Всем привет! Перед вами дрель-шуруповерт Makita HP330DX100. Она выпущена к столетию компании и поставляется в комплекте с внушительным набором сверл и бит. У модели три режима работы – заворачивание шурупов, сверление с ударом и без. Инструмент имеет две скорости с настройкой от 0 до 400 и от 0 до 1500 оборотов в минуту. Крутящий момент регулирует 18-ступенчатая муфта. Патрон быстро зажимной, то есть поменять оснастку можно в три движения. В нейтральном положении кнопка реверса блокирует кнопку старта и защищает от случайного пуска. Подсветка включается автоматически при начале работы. Обратите внимание на компактный аккумулятор, с ним удобно работать в узких пространствах. Прорезиненная рукоятка плотно лежит в руке и не скользит при работе. Помимо оснастки в наборе идет второй аккумулятор, кобура для инструмента и пластиковый кейс.